Конкурс. Дети читают стихи. Булычев Андрей, 9 лет, 3 класс, Парабельская гимназия, село Парабель, Томской области. Приключения снеговичка. Ольга Корнеева. Жил да был снеговичок, рот травинка, но сучок. Все зверята с ним дружили, в гости часто заходили. Шел он как-то мимо елки, а навстречу ему волки. Слышит, шепчутся они, ветки ниже наклони. Эту елку вчетвером срубим быстро топором. Толку нет от этих елок, только раны от иголок. Снеговик не растерялся, тут же по лесу помчался. Эй, зверюшки, помогите, нашу елочку спасите! Звери к елочке забежались, ну а волки испугались. Убежали наутек, молодец, снеговичок!